72-летняя каспичанка Бадуржиган Рамазанова уже не первый раз помогает солдатам на СВО, обеспечивая их посылками, в которые входят различные блюда, сладости, средства необходимости и многое другое. Первую посылку бойцам каспичанка собрала в преддверии праздника Ураза-Байрам. Она рассказывает, что совесть не позволила ей отпраздновать праздник, как раньше, и Бадуржиган решила, что потратит всю свою месячную пенсию на приготовление праздничных посылок нашим военнослужащим. «Ну, я приготовила... Первый раз халву приготовила 15 килограммов, которые сверху оформлены сухофруктами. Потом купила ящики этих фиников». По словам Бадуржиган, собирая груз, она вспоминала Советский Союз, когда ребята уезжали на срочную службу, и их родные также собирали посылки, готовили все своими руками, писали письма и отправляли своим сыновьям. Каспичанка рассказывает, что первую отправку она осуществляла одна, не сказав детям и родным. Нашла пункт передачи и отправила свою гуманитарную помощь. «А потом позвонила я, который отправляет, узнала, где как можно, поехала на Вакули, там как раз принимали вот эти, со всех, кто желает отправить. И мне говорит, вот через полчаса машина подъедет, если сможешь, успевай, приезжай. Я села, собрала все, поехала туда на такси и вовремя успела». Через пару дней после отправки она получила десятки обращений с благодарностью от солдат, которые, несмотря на происходящее вокруг, смогли отпраздновать праздник сполна и насладиться его атмосферой благодаря домашним блюдам и праздничной халве. Стоит подчеркнуть, что каспичанка не остановилась на одной отправке, а решила собирать посылки на каждый праздник. 9 мая тоже. Сколько наших людей погибло, сколько вернулись с коллегами, еще больше приготовила и всякие вот эти все сладкие, как говорится. И вот так я отправила тоже. Приезжали, дала им здоровья. Вот представители Народного фронта с Махачкала. Отметим, что представители Народного фронта Республики Дагестан помогли Бадуржиган отправить данную посылку в целости и сохранности до военнослужащих. «Биз приехал проведать и поздравить с праздником нашего Бадуржиган, который приготовил вот такие вкусняшки нашим бойцам на СВО. Вот мы сегодня выезжаем, я и вот наша Забита, кто снимает, вот и Зульфия певица, еще одна певица, мы на двух машинах выезжаем, загружаем, и вот эта прекрасная женщина своими руками столько готовила вот это все нашим бойцам, я думаю, будет очень вкусно. Спасибо вам большое, еще вас с праздником». Сегодняшний день Бадуржиган готовится к очередной отправке гуманитарной помощи для бойцов СВО.